Что вы со мной делаете? Что вы со мной делаете? Вам шатова кровь нужна. Этой мазью ваши кучки слепить хотите? Только знайте, шатова я вам не отдам. А не вы ли мне рецепт этой мази предложили, а? Сами? Неужто запамятовали, а? Что вы несете? Что вы несете? Какой рецепт? Помиримтесь, Николай Всеволодович Ставрогин. Вы красавец, вы мой идол. Вы никого не оскорбляете, вас все ненавидят. Вы держитесь со всеми ровнее, вас все боятся. Это хорошо. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию обаятель. Вам ничего не значит пожертвовать жизнью ни своей, ни чужой. Вы именно таков, какого надо. Вы предводитель. Вы солнце. А я ваш червяк. А? Возьмешь. Может, и брежу. Увы, вы мне надобны. Без вас я нуль. Вы моя лучшая половина. Без вас я мух. Идея в склянке. Колумб без Америки. Да что я вам наконец? Мы проникнем в самый народ. Наши не только те, что режут и ожгут. Да делают классические выстрелы или кусаются. Я без дисциплины ничего не понимаю. Учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного богатого убийцу, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущение, наш. Наши администраторы, литераторы, у наших много. Ужасно много, они и сами того не знают. Нынче у каждого ум не свой. Русский бог спасовал перед дешевкой. Народ пьян, матери пьяны, дети пьяные. Церкви пустые. Дайте взрасти поколению. Одно или два поколения разврата необходимо. Разврата неслыханного, подлинненького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себелюбивую мразь. Вот чего надо. Послушайте, кто вы? Кто я? Я вам сейчас скажу, кто я такой. К тому и веду, недаром же у вас ручку поцеловал. Мы пустим пожары. Мы пустим легенды, мы провозгласим разрушение. Раскачка такая пойдет, которой мир еще не видал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам. Вот тогда мы пустим. Кого? Кого? Ивана Царевича. Кого? Ивана Царевича, вас! Самозванцев. Да, мы скажем, что он скрывается. Он есть, но никто не видал его. Он скрывается. О, какую легенду можно пустить, а? Нет, главное легенду. Гордый, как бог. Ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы скрывающийся. А вы что, всерьез на меня рассчитывали, да? Почему? Не хотите? Вы что, боитесь? А ведь я потому и схватился за вас, что вы ничего не боитесь. Слушайте, я вам без денег. Завтра кончу с Марией Тимофеевной. Без денег. И завтра же приведу к вам Лизу. Хотите Лизу? Завтра же. Зачем? Врете вы. Дрянной, блудливый, сломанный борчонок. Не верю, аппетит у вас волчий. Но не могу я от вас отказаться. Я вас сам выдумал. На вас же глядя! Ставрогин! Даю вам день. Ну, 2-3. Больше 3 не могу. А там ваш ответ.